все художники свиньи? Нет, вы знаете, не все художники свиньи. Ну вот я не могу ответить на этот вопрос, но почему мы свиньи? Ну вот смотрите, допустим, у нас творческий процесс, нам нужно что-то нарисовать, нам нужно что-то сделать. Мы полностью, вы знаете, мы полностью отключаем все сознание, и мы не думаем вообще, мы очень... Вообще все, что происходит вокруг, нас не касается. Мы четко сосредоточены на одном процессе. Мы сосредоточены на процессе создания чего-то. Либо вышивки, либо картины. Все, что происходит вокруг, нас не касается. Вот, ну не знаю, кисти там где-то разбросаны, тряпки где-то разбросаны. Ну не знаю. Не все художники свиньи. Ну вот просто они берут и творят. Вот просто берут и делают. Вот, да, знаете, сейчас не дай вот кисти краски, вот, вот здесь вот три березы. Если бы я могла, я бы нарисовала. Ну, нет, не свинья. Ну, хотя да, наверное, я немножко свинюшка. В бытовом плане, только в бытовом, но не в творческом.